Ravşan var mı Ravşan? Getti. Итак, ваше внимание, бой за чемпионский пояс. Узбекистан против Кыргызстана. Рашымбек Рахматов против Кулатбека Улу Жанышбека. Полтора секунда, ведем себя дисциплинированно. Предпоследний бой, бой за пояс, весовая категория 71 килограмм. Come on!
Thank you.
Ассаламу алейкум! Ағамын, Абдешек Гемайк, Ассаламу Ахмад! Мен көріптілген сұлапы Жоханге Қарабай, Ассаламу Ахмад! Отағанге, Ассаламу Ахмад! Молодец, красавчик! Дақтысы Құзайым, Ағам Шафи, Ассаламу Ахмад! Тут все ясно, без перевода. Узбекистан понимает. Эфир ночью подговорил нашего старшего тренера Джохангира Гагарбаева. Он сейчас в Узбекистане. Он сейчас на спирт ждет его результатов. Поблагодарил нашу Дина Хаджаева, Хамис Санди и организаторов. И сказал спасибо мне, Бекну Сайкову. Я думаю, что Узбекистан тоже будет гулять. Спасибо, конечно. Что там, забрали свое? Да. И красавчик. Зачем пришли? Я вызываю. 20 евро. Дальше будет интервью нормально.